А может, платформа вернется, когда ты с нее спрыгнешь? А если нет, то... Нет. Спасибо, Кэп. Оба-на, Робокоп. Да отстань ты, железяка. Да я тебя сейчас... Шарик, да ну его! Всем привет, друзья! А вот и новая серия путешествия несносного красного шарика по планете пришельцев. Здорово, Ребзи! В прошлой серии мы остановились на 23 уровне. Ага, и два раза мы уже проиграли на этом уровне. Это было давно и неправда. Сейчас пройду его как с куста. Хороший настрой. Ну что ж, тогда поехали! Итак, слева у нас шипы, а справа платформа и кнопка. Ага, я помню. Погнали направо. Ты только в этот раз на платформу запрыгивай. Да помню, я помню. Вот пристал. О, тут звонеточки. Эти высоковато. Ну ничего, ща достану. Вот так. Неплохо. Пошли смотреть, что тут еще есть. Погодь, короб скину. Думаю, здесь наверху ему не место. А внизу для него место, что ли, есть? Вот сейчас и увидим. Так. Оба-на, видал? Ага, повезло. Да ничего не повезло. Это просто я красавчик. И скромняга. Ох, дружище, а тут инопланетянин с лазером. И чё? Такому я наваляю без проблем. Опа! Супер! Еще и притягивалку монет взяли. О, теперь попрёт. Кстати, теперь можно попробовать достать монетки возле шипов, которые слева от начала уровня. Погнали туда! Вот они, звонеточки! Ну чё, все достал? Да, непонятно пока. Ладно, тогда давай смотреть, что еще тут есть на уровне. Текс, тут коробки. Если еще одну синюю найти, проход откроется. Агась, о, а тут два красных. То есть нужно сюда верхнюю красную скинуть. Нужна сначала синяя. А вот и она. А внизу звонетки. Оба-на, Робокоп. Да отстань ты, железяка. Да я тебя сейчас. Шарик, да ну его. Нам же вообще туда не нужно. И то верно. Пойду лучше короба подвигаю. Текс, похоже, синий короб нужно на лифт скинуть. Ну да, а потом перекинуть к двум другим синим коробкам. Именно так. Я смотрю, ты шаришь. Ну так. Текс, надо бы подвинуть чутка. А теперь давай скидывай с разгончика. Да знаю, знаю. Не учи ученого. Супер. Только вот красный короб неудачно упал. Ой, да ладно тебе. Сейчас все будет чики-пуки. Ты уверен? Уверен. Если ты под руку каркать не будешь. Все, все, молчу. Вот так. Молодчина, шарик. Ага, я знаю. Ой, тут робот. Ой-ой-ой. О, смотри, он помог нам достать монетку сверху, которая за шипами была. Значит, теперь за шипами все забрали. Ага. Ща, погоди. Я проверю, что там внизу. Эй, а чё это два других короба сдвинулись? Ох, не знаю. Видать, их зацепил шип. Вообще оборзел. Да ладно тебе, шип же медленный. Ты успеешь третий короб подвинуть. Тоже верно. Аккуратненько. Ох, еще бы чуть-чуть. Да все нормально, не кипишуй. Слушай, а может шип сам короб подвинет? А ну-кась. Застряло что ли? Эй, во. А дальше-то как? Мне разгона не хватит, чтобы стену разбить. Вот дела. Да, это потеря потерь.
Слушай, вот мы с тобой балбесы. В смысле? У меня же ускоритель есть. Оба! Тьфу ты, и правда, как это мы его сразу не заметили? Ну теперь-то я стену легко разрушу. Опа! Эц! А здесь у нас финиш и последние монетки. Супер! Ага, с первого раза уровень прошли. Ну, вообще-то с третьего. В прошлой же серии начали. Ну да ладно. Главное, что на 3 звезды прошли и можем двигаться дальше. Это чё? Тот же самый уровень? Да не, просто похожий. Тогда я погнал на разведку. Давай-давай, разведчик. Опачки, летающий шипуга. Ща отхватит. Получай по пузу. Ага, опачки, еще один. А сверху еще шипуга. Ща наваляю ему. Высоко. О, тут платформы. Исчезли платформы. Значит, по-другому запрыгну. Не-а, не достал. Но платформы снова появились. Вот же ж наглые платформы. Ух ты, смотри, тут какой-то ключ. И ускоритель. И больше тут, походу, ничего. Возвращайся влево, посмотрим, может там что-то есть. Ага, вон сверху чё-то. Надо бы найти путь. Это я запросто. А вот и путь. Ну-ка, гляну, чё слева. Нету там ничего, поднимайся выше. О, а тут стена. С ускорителем я ее в 2 счета разрушу. Опа! И еще разок. Неплохо. А вот здесь-то нам и пригодится ключ. Как пить, да теперь все круглые камни нужно вниз толкнуть. И пока я это делаю, задам, пожалуй, вопросик для зрителей. Ну-ка, ну-ка. Ребзя, а напишите в комментариях, как вы чаще всего смотрите видосики со мной? Сидя, лежа или когда куда-то идете пешком? Шарик, ну ты прям мастер придумывания вопросов. Тебе чё? Чё-то не нравится? Да не, вопрос огонь. Друзья, пишите цифру 1, если чаще смотрите наше видео сидя, цифру 2, если лежа, ну или цифру 3, если смотрите видео, когда куда-то идете пешком. В следующей серии посмотрим, какой вариант наберет больше голосов. Так-так-так, ну чего? Я предлагаю синий короб влево толкнуть, там еще 2 синих. Давай-давай. А теперь вниз. Стой! Чего? Там сверху еще короба и камни были. Может, их тоже столкнем? Ну да, пожалуй. А то мало ли, может потом не получится сюда вернуться. Вот-вот. Во. Да тише ты, шарик, а то свалишься куда-нибудь. Все под контролем. Да-да, у тебя всегда все под контролем, пока не свалишься куда-нибудь. Ой, да ну тебя, не выдумывай. Текс, ну и красный короб, походу, тоже нужно вниз. Ну все, я погнал. Для начала шипугу ушатаю. Теперь можно проходить. Справа, похоже, ничего нет. Ой, а здесь жабюга. Да я его сейчас. Вот тебе, злодей. Ага, отхватил. Текс, красные короба. И сверху у нас тоже есть красный короб. Ты его скидывал. Ща притащу. А тут еще и желтые короба. Но ты и желтый короб скидывал. Агась, но красный правее, поэтому начну с него. Постой, так ты сейчас, когда короба двигать начнешь, желтый попадет на желтые и красный свалится. Да сейчас же, я же буду двигать с ускорением, метнусь кабанчиком. Опа, видал? Молодчага, шарик. Ну так. Эй, чего проход не открывается? Так, жаба мешается. Ща попробую как-нибудь по-другому короб подвинуть.
Не-а, не получается. И что теперь делать? Ох, не знаю. Надеюсь, мы уровень не запороли. Пошли позырим, что там сверху за проход, где были желтые короба. Может, там путь обходной? Итак, ох, а тут выход. А справа куча звонеток за стеной. Видать, через красный проход как-то надо было пройти. А может, слева есть чё? Упс. Ох, на ноль звезд прошли. Так дело не пойдет, дружище. Давай перезапустим уровень. Ох, ё-моё. Уровень-то длиннющий. Ну, а куда деваться? Слушай, а мы не смотрели, что там слева внизу. Шарик, стой! О, что-то есть! Ой-ой-ой! Да что ж тебя в каждой серии тянет в пропасть? А вдруг бы там что-то было? Но не было же. Давай проходить как в первый раз. Давай точно так же. Хватай ключ и скидывай цветные короба и каменные шары. Да ладно, ладно! А пока я прохожу... Давай позырим, что там выбрали ребята в комментариях под предыдущей серией. А давай. Мы спрашивали, что больше нравится нашим зрителям. Играть в игры или смотреть фильмы и мультики. Да я помню, что мы спрашивали. Ты лучше скажи, какой вариант набрал больше голосов. Большинство... выбрали... Ну, ты собираешься сказать, что выбрали? Или нет? Выбрали... Ну не томи, сколько можно-то? Выбрали игры. О как, игры это про меня, я же игровой персонаж. Да ты у нас и игровой персонаж, и видеоперсонаж. Про тебя и игр полно, и видосиков. Это да, я хорош во всем. Кто бы сомневался. В этот раз я, пожалуй, скину все короба и все круглые камни. Думаешь, так лучше будет? Не знаю. Ща посмотрим. Все, погнал вниз. Текс, сначала красный. О, шипуга. Да ну его, проходи дальше. Не, погодь, надо ушатать летуна. А теперь аккуратненько. Пока нормально, скидывай дальше. Оу, неужели снова придется перезапускать? Да погоди ты! О, давай-давай! Есть! Вот видишь, все тип-топ. О, тут звонеточек сколько! А справа за стеной еще. Как бы только туда пробраться? Вот это внизу случайно не проход? Агась, тут платформа с кнопками. Погнал за звонетками. А как верхний-то достать? Платформа же уедет, если я запрыгну. Может, слева короб какой есть? Надо позырить. Не, здесь выход и еще один островок. Ну и что теперь делать? А может, платформа вернется, когда ты с нее спрыгнешь? А если нет? А если нет, то... Нет. Спасибо, Кэп. Ладно, пойду попробую. Звонеточки собрал. Ну, теперь жди и надейся, что вернется.
Чё-то так себе план. Но другого все равно нет. Походу не вернется. Все, профукали уровень. Ну да, похоже. Эх. Хотя смотри, это же платформа. Ага, я так и знал, что она вернется. Ну, конечно, так и знал он. Конечно, знал. Так, ну что, едь тогда влево, на островок. А как же желтые короба сверху? Пока не знаю. Может, слева путь наверх будет? Здесь только финиш или тун. Получай по брюху. О, а тут еще монетки. Воу, шарик, все. Чего все? Мы все монетки собрали, финишируй. Даже наверх не нужно возвращаться. Не-а. Крутяк! Итак, уровень пройден на 3 звезды. И на этом сегодняшнюю серию мы и закончим. Продолжим следующий. Хорошо, тогда это... Пока! Пока, друзья! До встречи на канале Игрули ТВ! Пока, Шарик! Пока, ребята! До скорой встречи!